Приветствуем вас на канале Кресел Бург. Сегодня мы поговорим об автокресле Maxi Cosi MiloFix от 0 до 18 кг. То есть это примерно с рождения до 3-4 лет, в зависимости от комплекции ребенка. Кресло устанавливается на систему EasyFix, поэтому его нужно также устанавливать против входа, так как оно от 0. И для этого здесь существует специальная поворотная система, которая приводится в действие. Сейчас я вам покажу как. То есть две клавиши, то есть одна, вторая, да, то есть вот серым они обозначены. Нужно нажать блокировку, нажать еще вот эту клавишу на себя, да, потянуть. И, собственно говоря, теперь этот механизм нужно просто повернуть. Таким образом, крепление EasyFix у нас оказывается с лицевой стороны, да, с другой стороны. И теперь мы, то есть если наклон не сделан, мы его делаем. Если сделан, как он сделан, да, он сделан. Разворачиваем его против входа движения. Вот таким вот образом. Крепим на систему EasyFix. Каким образом? Два замка, да? Нажимаем блокировку, нажимаем основную кнопку, вытаскиваем замок, направляем на скобку автомобиля, срабатывает индикатор зеленый, защелкивается замок. Это означает, что кресло установлено на систему EasyFix. То есть с одной и с другой стороны делаем также, да. И плюс ко всему еще крепится якорь, как его еще называют, топ-тизер. То есть это ремешок, на конце которого расположен металлический карабин специальный, да. Здесь также есть направляющие отверстия, да, через которые можно направить этот якорный ремень. Тем самым перекидываем его. Ну, обычно третья скобка для якоря за подголовником находится, либо на спинке сиденья в багажнике. Запас достаточно большой, как мы видим, да, вот он. Перекидываем, цепляем и вот этим механизмом затягивания, фиксации, затягиваем натягиваем, да, то есть и все. То есть якорь установлен. Вот, как его отсоединить, да, снять из фикса. Все делаем то же самое, да, то есть отжимаем блокировку, нажимаем основную кнопку, тянем на себя, все. С одной, да, и с другой стороны. Все, кресло отстегнуто. Далее. Соответственно, чтобы его поставить по ходу движения, нужно нам все в обратном порядке, да, сделать. То есть приводим в действие поворотный механизм. Отжимаем блокировку раз, клавишу. Поворачиваем эту платформу в исходное положение. Защелкиваем. И устанавливаем уже лицом вперед. Вот таким вот образом. То есть, по сути, это нужно будет сделать один раз, когда у вас ребенок уже сядет. Как только он сел, да, ну, если он нормально воспринимает езду против входа, можно еще против входа поездить. Но так или иначе, по ходу движения вам все равно сесть рано или поздно придется, да. Делаем, да, вот эту процедуру один раз. Также устанавливаем на EasyFix, как до этого я вам показывал. И, ну, и пристегиваем ребенка также пятиточными ремнями. Теперь, к слову, о самих ремнях, да. То есть, в чем здесь плюс. Здесь достаточно широкие накладки, то есть это надо отметить, да, это плюс, с нескользящим покрытием, вот таким вот резиновым, для того, чтобы, опять же, когда детей в одежде пристегиваем, да, чтобы они как можно меньше ерзали по той же одежде, да, по плечам и так далее, и тому подобное. То есть накладки должны быть всегда на плечах. Когда мы нажимаем кнопку, ослабляем ремешки, пятиточную, да, всю эту систему, мы именно вытягиваем сверху, вот с этой стороны, за ремешки, не за накладки. Накладки, они связаны вторым ремнем между собой. И опять же, когда ребенка пристегиваете, есть здесь специальные такие элементы, которые помогают, скажем так, удобно, да, посадить ребенка. То есть такие выступы, куда можно заправить ремешки, да, чтобы они были вот в таком положении. Сюда мы садим ребенка, да, чтобы они не мешались. И потом сверху его пристегиваем, накладываем. Далее, само по себе автокресло, да, еще имеет хорошие боковины, глубокие достаточно боковины, это можно увидеть, глубокая посадка, то есть ребенок здесь будет сидеть как в капсуле, это опять же очень хорошо в плане защиты и безопасности. Подголовник есть, опять же, который регулируется. Регулируется он вот таким вот образом. Согласен, что, наверное, это не совсем удобно, да, то есть вот поднимается. Это вот максимум, да, которым он поднимается. Не совсем удобная регулировка подголовника, на самом деле, бывает гораздо удобнее, да. Ну, так или иначе, как бы, здесь это реализуется так. Само наличие подголовника, это на самом деле уже плюс, потому что фиксируется голова, защищается голова, это хорошо, как бы. Отрегулировать подголовник, ну, я думаю, в принципе, не проблема, да, там, отсоединили кресло, тем более, ну, легко крепится.
подняли его чуть повыше, то есть ниже вы его опускать в любом случае не будете, ребенок растет вверх, а не вниз, поэтому я думаю, ничего страшного в этом нету, но так или иначе, да, можно было бы сделать поудобнее. Сам подголовник, он достаточно мягкий, то есть вот если его прощупать, то есть там, скорее всего, наверное, что-то наподобие полиуретановой вставки, которая прям, ну, добавляет комфорта ребенку, да, если, допустим, спать будет, там голову наклонить, там, вправо, влево. Вот, само по себе автокресло, оно, если мы вот говорим о безопасности сейчас, участвовал в краш-тестах ADAC, то есть независимые немецкие краш-тесты, в том числе и боковой краш-тест они проводят, получил оценку хорошо, то есть это на самом деле очень престижно, да, то есть значит кресло безопасное, качественное, то есть защитит ребенка. Что касается самого чехла, да, ну вот если самого посадочного места, если вот мы потрогаем, да, то оно как бы не особо здесь мягкое. Что на самом деле, да, присуще креслам именно Максикози. Присуще обычно автокреслам Максикози. Вот, они обычно, да, делаются такими, ну как, ну не совсем мягкими, да, умеренно твердыми на самом деле. Одни из самых, наверное, жестких кресел, вот, особенно в этой ценовой категории, это, наверное, все-таки Максикози, да. Там далеко ходить не надо, вот опять же модель Тоби стоит. Если мы ее потрогаем, то примерно то же самое, да, будет. Но опять же, многие скажут, что ребенку неудобно там будет ездить, там жестко, да, как-то плохо и так далее. Но, как бы тут видите, с точки зрения безопасности это наоборот хорошо. Почему? Потому что когда ребенок сюда сядет, да, он не будет ерзать туда-сюда, и тем самым ремни притянутся, будут прилегать к телу, да, то есть гораздо лучше, потому что не будет никакого лишнего зазора. То есть ребенок сел, зафиксировался, и это на самом деле очень хорошо для безопасности. Поэтому, с одной стороны, да, вроде бы твердость это все неудобно, а с другой стороны, как бы, зато это все безопасно. Также есть независимый наклон, да, то есть наклон, опять же, небольшой, но так или иначе, обычно этого хватает, чтобы можно было... Вот в автокресле поспать. То есть не более 45 градусов в любом случае. Это правило для всех. Как бы, ну здесь он, да, наверное, самый минимально безопасный. В общем, безопасное, хорошее автокресло от компании Максикози, широкой, да, опять же, это очень хороший плюс, что касается зимней одежды и так далее. Магазины Креселбург, город Красноярск, действует бесплатная доставка по городу, безопасная платежная система Сбербанк, также отправляем в другие города транспортными компаниями.